утраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь? Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, что выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинге». Мы всегда рады новым посетителям. Эй, стой, сталкер! Ты на территории свободы. Это обычная проверка. Чуваки, против!
Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся.
это шутка юмора. Один мужик говорит врачу: доктор, я совсем перестал спать. Только лягу, мне сразу же снится, будто я запер клинку и поставил кровосос. Бросайте кровосос, речь, уважаемый. Пора уже образумиться, не мальчик все-таки. Воздержание, только воздержание. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся! Эх, пивасиком, что ли, да с омульком. Дело с было хорошим так. Таким мясистым омульком. Кайф. Устроил как-то дом на гордоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак ковра и патруль жутчайший, и чувство раскаяния накатило. Командир, отпустите меня. Говорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Ежели я бы трезвый был бы, разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Yeah.
Оружие убрал?
Thank you.
Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Эй, сталкер, есть работа для хорошего стрелка. Подходи, если интересно, или вали. Чернобыля. Вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Вот послушайте, мужики. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Солдаты, блин, тоже. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел.